Диана, доброе утро. Какую кухню предпочитают туристы в Евпатории? Доброе утро, коллеги! Доброе утро, телезрители! Действительно, Евпатория у многих ассоциируется с детской здравницей, но наш город можно спокойно назвать Крымским Иерусалимом. Здесь переплетаются разные народы, культуры и традиции. Кроме того, здесь можно попробовать и пропутешествовать по блюдам разных народов, населявших эту землю в разные века, что станет очень увлекательным, главное правильно составить меню. А сегодня в нашей студии гость, шеф-повар Александр Ротер. Александр, здравствуйте. Расскажите, какие блюда хотят попробовать туристы, приезжая к нам в Евпаторию? Здравствуйте, Диана. Я хотел бы сказать, что приезжая турист в Евпаторию, мы ему будем в любом случае предлагать, это то, что рядышком с нами, это Черное море, это все морепродукты, которые всегда у нас свежие, и мы всегда ставим меню в любом случае вот с всеми морепродуктами Черного моря, такими как рапаны, мидии, черноморская кефаль, камбала, устрицы. Устрицы – это одно из самых популярных блюд, чем мы и гордимся в нашем ресторане. Расскажите, вот именно мидия, это как изюминка нашего города. Какие блюда вы можете предложить попробовать? Смотрите, у нас в ресторане есть две позиции. Это мидии Sauvignon Blanc. Это они готовятся на основе белого вина. Они томятся, и получается такое большое блюдо, вкусное, с большим ароматом. И есть мидии в сливочном соусе. Они также само готовятся на основе сливок. И получается вкусно и очень большое блюдо. Скажите, какое еще популярное блюдо в Евпатории, кроме морепродуктов? Смотрите, получается, как бы смешно это не выглядело, но это чебуреки. Чебуреки, потому что в нашем городе проживает большое количество крымских татар. Они как народ сами любят вкусную еду. Они вкусно готовят, и из этого они внесли такой маленький вклад в гастрономию Евпатории. Вот, получается, чебуреки, они очень пользуются популярностью в нашем городе. Скажите, может быть, есть какие-то десерты или напитки, которые можно попробовать еще? Да, конечно, есть у нас улица Караимская, там сроду уже зародилось, что напиток буза – это один из самых популярных напитков в нашем городе. Стоит его в любом случае попробовать на основе кваса. Расскажите, например, какое блюдо вы готовите своим родным и близким? Может, оно одно или не одно? Я, как любой мужчина, люблю мясо. Без него жить не могу. Естественно, я его готовлю везде, всегда. Мое любимое блюдо из мяса – это свиные ребра. Свиные ребра – сочетание специй, сочетание соусов. Получается такой взрыв. И, в общем, я люблю свиные ребра. Да, это одно из самых моих любимых позиций. Спасибо, Александр, что пришли к нам в студию. Коллеги, я желаю вам хорошего дня и настроения. Передаю вам слово.